производственном цехе кипит работа. Здесь изготавливают гидроцилиндры, насосы для добычи нефти, компрессоры. География поставок – полсотни российских регионов. Чтобы бизнес партнеров стал больше, рынок сбыта еще шире, предприятие второй год – участник республиканской бизнес-миссии. В этот раз продукцию презентовали в Екатеринбурге на международной выставке «Иннопром». Помимо того, что мы возобновили контакты с нашими старыми клиентами, встретились с кем-то лично, с кем раньше никогда не виделись, мы подошли к заключению новых договоров, получили новые заказы. Для нас это крайне важно и удивляет очень быстрая реакция по результатам выставки. Бизнес-миссия в помощь удмуртским предпринимателям, содействие компаниям и предприятиям в поиске потенциальных партнеров и налаживанию торгово-экономических связей с российскими регионами – главная задача проекта. В этом году на «Иннопром» в Екатеринбург приехали сразу 14 предприятий республики. Есть российский экспортный центр, вот у них есть стенд. Вот больше половины стенда было занято компаниями из Удмуртии. Почему так получается, как вы думаете? Ну, это большая работа. В этот раз на «Иннопроме» наши предприниматели опробовали питч-миссию. Это когда у бизнесменов есть возможность презентовать и защищать свои проекты перед потенциальным заказчиком. Если вы продаете не конфеты, а, например, оборудование, то контракты у вас не заключатся сами по себе. Это большая предварительная работа. То есть так не бывает, что кто-то шел на выставке и увидел, о, контракт. Нет, так не происходит. Поэтому о контрактах мы будем говорить на «Иннопроме плюс», да, то есть вот. Плюс какое-то время, там, это месяц, это может быть следующий «Иннопром». Поэтому здесь цель – это потенциальные заказчики, потенциальные контакты, потенциальные визиты. Еще одна ключевая задача участия в выставке – это информирование делового сообщества о возможностях промышленного комплекса Удмуртии. Елена Обуховская, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия».